никто не помешает мне творить зло! Не так быстро! Как же вы меня достали, кроватые! Но зло все равно победит! Так давай найдем человека и проверим, что он выберет, добро или зло. Конечно, зло. Почему Элис не обращает на меня внимания? Я же так ее люблю. Любовь – это прекрасно. Я помогу тебе понравиться, Элис. Любовь – это развлечение для бедных. Вот что главное. Бабки. Ты его не заманишь. Он будет на моей стороне! Нет! Ого! Нейт пойдет со мной! Здрасте! Ага. Ну зачем ты меня сюда притащила? Тебе нужно сделать татуировку с именем своей любимой! Вот! Ей точно понравится! Ладно, может, ты и права. Мне татуху. Вот эту. Ну окей, как скажете. Сейчас, только на сообщение отвечу. Так, ну что, готовы? Ага. Ай, долго еще! Все! Ну что, закончили, суки! А бабки! Ты что, с небес свалился? Я? Нет. Ты просто не заметила, как я зашел. Ну ладно. Я вообще пришла тебе сказать, что я подумала и согласна с тобой встречаться. Обалдеть! Это что такое? Это мое признание в любви. Признание какой-то Мэри? Чего? Блин, это что за нафиг? Ой, кажется, этот татуировщик случайно перепутал. Да это просто татуировщик перепутал. Да пошел ты, придурок. Останови ее. Стой, я... Не оправдывайся перед ней. Ты ни в чем не виноват. А она на тебя орет. Это несправедливо. Что ты? Ничего, задолбала меня курица! Сам такой! Бедный человек, ему нужно помочь. Блин, Элис меня еще и заблокировала! Капец, теперь еще и деньги на новый телефон тратить. А зачем тратить свои деньги? Есть вариант получше. Ого! Спасибо! Здорово, приятель! Чё ты, как вообще? Как жизнь? Вы хотите со мной поговорить? Могу рассказать, как я оказался на мусорке. Очень интересно, но я спешу. В следующий раз расскажешь. Молодец, я в тебе не сомневалась. Не стыдно тебе, ты только посмотри на этого человека. У него даже обуви нет, а ты еще и деньги его забрал. Да, ты права, так нельзя. Иди и верни ему деньги. Эй, держи, они, наверное, к моей обуви прилипли. Спасибо. Везучий вы человек. У вас хотя бы обувь есть. Вот. Они, конечно, не новые, но выглядят хорошо. Держи. Спасибо. Вы самый добрый человек на этой земле. Не за что. Видишь, как приятно делать добрые дела. Это точно. Какие же эти дети скучные. Короче, на мои красотки вышли. И классно, что у вас так же 16, нет. О!
связался. Она и без моей помощи еще то зло. Ты уверена, что это хорошая идея? Ну, конечно. Нужно положить в шкафчик Кэрри с приглашением в кафе. Думаешь, она согласится пойти после той ситуации с татухой? Ну, конечно. Она же любит тебя. Тем более, татуху я уже стерла. Ладно. Где вы были так долго? А Нэй, по моему совету, оставил Элис приглашение в кафе. Чего? Ты с ума сошел? Ты будешь тратить деньги на эту истеричку? Ты же можешь потратить на себя. Нэй, я согласна. Ну, ты же пригласил меня в кафе, и я согласна. А знаешь... Это ошибка. Я давно ее оставил, и мы уже сходили в кафе. Ты просто поздно ее нашла. Ясно, все с тобой. Ты зачем это сделал? Все он правильно сделал. Умница, Нэй. Формула, а? Фу, какой он мерзкий. Он просто всю ночь писал конспекты, поэтому устал. Би-би-би-би-би-би-би. А хочешь развлечься? Ха, класс! Вы чего? Так нельзя! Исчезни! Вы глядите, что он творит? Крутяк! Классно придумал, Нэй! А то! А ну стой! А это уже интересненько. Если ты еще раз отправишь меня на небеса без моего разрешения, то я отправлю тебя в ад! Да погоди ты! Тут вон что! Что тебе надо? Мне нужен Нейт! Я видела, как ты на него в классе смотрела. Запомни, Нейт мой парень. С такой тупой, как ты, он долго не будет. Ты еще и уродина. Усекла? Видала? Твоя Элис лузерша. Не говори так. Она просто добрая и ранимая. И чтобы больше не подкатывала к моему парню. Так они обе злые. С кем бы Нейт не встречался, ты все равно проиграешь. Ничего подобного. У Элис есть любовь. А значит, еще не все потеряно. Успокаивай себя дальше. Куда ты меня притащила? Зарабатывать деньги! Вау! А ну стоять! Азартные игры — это плохо! Лучше сходи с Элис на свидание! Моя Элис! Вот, подари ей букет цветов! Это же ее любимые цветы! Сколько? 500 баксов! Да ну нафиг! Я с вами. Погнали. Ва-банк. Как же круто, что я сходил в казино. Столько бабок выиграл. Ты что делаешь? Кормлю золотых рыбок. Кушайте, мои маленькие. А ну, хара, постой, не валяться. Там Уталь, роднюха, и он устраивает вечеринку. Вечеринка? Это же шанс для Нейта помириться с Элис. Чё? Это шанс клеить кучу новых девчонок! А мне так больше нравится. Класс! Тогда буду ждать тебя на вечеринке! Нейт, послушай, все.
все эти развлечения не приведут тебя к хорошему. И пофиг, главное, что мне сейчас классно. Ладно, иди на свою тусовку, потом все равно поймешь, что я была права. Это будет потом. Ну как, красавчик? Нет, ну ты скоро! Там сейчас все коктейли выпьют! Иду! Ой! Всем привет! О, Нейт! Приветик! Привет! Кстати, с днем рождения! Спасибо! Может, потанцуем? Конечно! Притворись моим парнем! Чего? Тайлер, ты так смешно шутишь! Чего? Эля с Тайлером? Бедный Тайлер. Ага, как хорошо, что ты мой новый парень. Лучше, чем бывший. Чего? С кем ты разговариваешь? Заткнись и танцуй. Блин, ненормально. Я не твой парень, ясно? Сейчас было. Как меня достал этот ангел. Эй, стой. Да подожди же ты. Все еще пытаешься спасти душу Нейта с помощью любви? Тебе не удастся сделать Нейта злым. Поняла? Нейт добрый и внимательный, и заботливый, и умный. Стоп, стоп, стоп. Ты влюбилась в него? Нет! Что ты говоришь такое? Крылатая, я влюбилась! Что за бред? Этого не может быть! Ну-ну, не может быть. Нейт делает домашку? Неужели он решил вести себя хорошо? Я пойду гулять с такой же нехорошей Али. А ты будешь сидеть здесь, связана ангельскими путами. И не будешь мне мешать. Тебе нельзя гулять с Риэль. Она злая, и тебе будет с ней плохо. Лучше верни Элис. Хватит! Достала со своей Элис. И вообще достала. Вечно все веселье портишь. Ладно, я отстану от тебя. Только вначале позволь тебе кое-что показать. Пожалуйста. Ладно, валяй. Меня оставил. И как я теперь буду без тебя? Бедная Элис, она меня так любит. Какой же я идиот. Еще не все потеряно. Точно, я помирюсь с ней. И прости, что связал тебя. И спасибо. Пожалуйста. Вот бы Нейт ко мне так бежал. Я так рад, что мы помирились. Прости еще раз, что я велся как придурок. Главное, что ты все осознал. Надеюсь, ты больше не убежишь никакой Арины. Ну, конечно, нет. Я же люблю тебя. Куда ты там пялишься? Никуда, я просто повернулся. Ах, ты ж бабник. Элис, стой! Да я, прости, но я правда просто повернулся. Да пошел ты, я больше не дам тебе ни одного шанса. Ты же сама будешь страдать. С чего ты это взял? Я видел, как ты плакала и говорила, зачем я тебя оставил. Так ты еще и следил за мной, да? Разве это важно? Ты же любишь меня, я знаю. Да у меня просто хомячок умер, я над ним плакала. Мой бедный хомячок. Назвала хомяка Нейт? Серьезно? Радуйся, что это хомяк, а не таракан. Нейт, что с тобой? Нейт? Да отвали ты!
Если у тебя не получилось с Элис, это не значит, что мир вокруг рухнул. Нет, именно это и значит. Зачем быть добрым, если тебе от этого только больно? Уходи, я больше никогда не послушаю твои советы. Нет, не нужно. Демон сделает из тебя ужасного человека. Ты сам себя будешь ненавидеть. И что? Меня никто никогда не любил. Я никому не нужен. Ты нужен мне. Я люблю тебя. Серьезно? Ты призналась ему в любви? Да, и я не позволю тебе испортить Нейта. Да что ты? А ты не забыла, что любовь человека и ангела запрещена? Я все прекрасно помню. Ну вот и отлично. Тогда я прямо сейчас пожалуюсь наверх, и тебя сбросят с небес и заберут силы. Нет, ты не посмеешь. Еще как посмею. И мне никто не будет мешать управлять Нейтом. Ты будешь обычным человеком. Попрощайся с крылышками, лохушка. Нет, я не могу позволить Нейту пострадать из-за меня. Ну тогда стирай ему память, иначе он отправится в ад. Вот и отлично. Ну и что ты тут стоишь? Я просто... Я тут тебе душу излил, а все, что ты можешь сказать, это... Ты самый бесполезный ангел на свете. Свечемся? Ага. Это уже слишком. Сядь, отмись. Как мне это нравится. А у меня есть еще одна идейка. Эй, вы че? Вход в туалет главный. Гони 5 баксов. Че? Вы чего столпились тут? Если сами в туалет не идете, дайте мне пройти. Прикинь, они хотят $5 за то, чтобы зайти в туалет. Вообще офигели. Ну ладно, до дома потерплю. Кажется, мы так ничего не заработаем. Мне это не нравится. А как насчет несварения желудка всей школы? Так, стоять! Сначала бабки! Хорошо! Давай! $5! А цена выросла? Теперь вход $20! Да вы офигели! На! Ой! Кажется, мне уже ни в какой туалет не надо! И сколько я заработал на этих лаках? Не стыдно тебе? С чего это? Я честно заработал эти деньги. Честно? Ну, да ты практически украл эти деньги у своих одноклассников. Вот, например, это Мелани купила на поездку для своей бабушки. Она никогда не была на море. Ладно, отдам я Мелани ее деньги. А это Зак собирал на лабораторию. Он мог бы стать первым, кто найдет способ для излечения смертельных болезней. Но ты отжал у него деньги. А это Элис собирала на приют для бездомных животных, а из-за тебя все животные останутся голодными на улице. Ладно, я им всем деньги отдам. Опять идти будет в нем добро. Надо это исправить. Ты совсем? Это ты совсем. Верните нам наши деньги. Да. Черт! Ты с Нейтом отжали у нас все бабки. А вы их сами заплатили. За вход в туалет? Мне из-за вас штаны пришлось выкинуть. Верни деньги. Я тебе сейчас так верну, а потом догоню и еще раз верну. Мне страшно. Да стой.
Стойте! Чего вы боитесь? Настрой, она одна! И правда. Мне так не подходит. Кожура? Откуда она здесь? Ариэль, ведьма! Ты кто? Демон. Стоп! Ты меня видишь? Да. Это же отлично! Теперь ты мне точно поможешь превратить Нейта в истинное зло! А ну пойдем со мной! Ого, сколько тут пончиков! И все с разными вкусами. Жалко, что в меня все не влезут. Не обязательно есть все. Эх, перекусить бы. Чего? Что за фигня? Они все надкусанные. И чё, жрите так. Ну, там же твои слюнявые бактерии. Все, меня достали твои выходки. Наваляй ему, Тайлер. Что-то там вякнуло. Вы уверены, что справитесь с нами? Да я пошутил. Ага, ешьте пончиков сколько хотите. Лузеры. Ага. Прости еще раз. Может, потанцуем? Давай. Ты что делаешь? Орешная девушка. И что? Ты сама говорила, что любовь не главная. Я буду тусоваться со всеми девчонками. Вали отсюда! Все в порядке? Он тебя не обидел? Да все нормально. Только вот придется теперь всю ночь юбку сушить. Что Ева делает? Тут явно что-то не так. Ты что творишь? О чем ты? Ты же против любви. Ну, зачем ты специально помогаешь Нейту быть с Ариэль? Это не твое дело! Обращай больше внимания на Нейта! Я не могу каждый раз тебе помогать! Да помню я! Ну, Дина. Одна ошибка, и контракту конец! Нейт должен влюбиться в тебя! Да знаю, я знаю! Я должна разбить сердце Нейту, чтобы он больше никогда не вернулся к добру. И тогда получу богатство! Но если нет... Ты отправишься в ад! Не отправлюсь! Я сделаю все как надо. Смотри мне. А это для 100% результата. Это приворотное зелье. Просто добавь его Нейту в еду. Без проблем. Так вот оно что. Вот для чего Ариэль нужна Еве. Нужно срочно их остановить. Ошибку. Не нужно этого делать! Ариэль! Блин, она же меня не видит! О! Ариэль! Кто здесь? Ариэль, я здесь! Заяц разговаривает? У меня уже галюны! Это не галюны! Я Китти, ангел! Просто я вселилась в игрушку! Ангел? И что тебе надо? Не подмешивай Нейту приворотное зелье, а про договор с демоном не переживай. Я помогу тебе от него избавиться. Ну, ладно. А сколько ты мне заплатишь? Нисколько. Деньги в жизни не главное, а главное это... Ты говори, что любовь! Мне нужны деньги. Ауч! Деньги не главное. Тоже мне... Нейт пришел.
Привет, любимая. Привет. За наше первое свидание. За него. Нет! Ты чего, лезешь туда, куда тебя не просят? Да что здесь происходит? Нейт будет от стороне зла! Я не допущу этого! Ах ты, гадина! Как отсюда выбраться? Ты в порядке? Нет, я заперт в каморке без окон. Зачем ты меня сюда отправила? Ариэль подмешала тебе приворотное зелье. Она тебя не любит. Что? Я так и знал. Такого, как я, невозможно полюбить. Это неправда. Смотри. Меня никто никогда не любил. Я никому не нужен. Ты нужен мне. Я люблю тебя. Ты меня любишь? Но почему я не помню этого разговора? Мне пришлось стереть тебе память. Ведь ангел не может быть человеком. Но сейчас мне плевать. Ведь я хочу, чтобы ты знал, что ты достоин любви. Ваш десерт. Ага, спасибо. Да, трэш. Ты что такое? Это Ева! Ну все, Святоша, ты доигралась! Я сейчас всем наверху расскажу, что ты нарушила главный запрет. Не заводить отношений с людьми. Не смей трогать Китти! Твоей подружке хана! У нее заберут силу, крылья и сбросят с небес! Это самый страшный кошмар для ангела! Не трогай ее! Со мной делай все, что хочешь, но ее оставь в покое! Ты хочешь спасти ее? Ну хорошо, я забуду об этой маленькой проблемке, но... Если ты будешь делать то, что я тебе скажу, твоя жизнь будет полна веселья, денег, развлечений, но в конце ты отправишься в ад! Я согласен! Нет! Я не позволю тебе сделать это с Нейтом! Тогда ты станешь смертным человеком и никогда не вернешься домой! Никогда! Ну и пусть! Зато я буду с любовью всей своей жизни! Пожертвуешь собой ради меня? Я пожертвую собой ради нашей любви. Вы еще пожалеете об этом! Ты точно не жалеешь, что стала человеком? Ни капельки. Счастливые они! Я все равно найду себе новую жертву и докажу, что зло сильнее добра! Блин, это очень долго снимать, мне сейчас это. Может, потанцую? Конечно. А ну, блин. Что ты там вякнула? Вы уверены, что справилась? Зачем ты меня сюда отправила? Ариэль, дурак. Ты нас вела? Ого. Ого. Не, ну это смешно.